Давайте вместе учить английский. Язык международного общения. Wait. Ждать. Breakfast. Завтрак. Excuse me, I'm still waiting for the breakfast I ordered. Извините, я до сих пор жду заказанный завтрак. I'm sorry, I will bring it right now. Прошу прощения, я принесу его прямо сейчас. Расширяем границы общения с английским языком.